подошел к своему завершению уже третий гран-при во французском городе Гренобле по фигурному катанию среди женщин-одиночниц. Этот турнир был еще особенно примечателен тем, что на нем участвовала олимпийская чемпионка Алина Загитова. Но там ей пришлось столкнуться с очень серьезной конкуренткой, фигуристкой нового поколения Аленой Косторной с ее двумя тройными акселями. Алина Загитова показала свой максимум на этом гран-при, но несмотря на все свои старания, обойти свою более молодую соотечественницу ей было не по силам. И по общим итогам расстановка первых трех мест была следующая. Третье место заняла американская фигуристка Мария Белл, набравшая 212,89 балла. Второе место досталось олимпийской чемпионке Алине Загитовой с результатом 216,06 балла. А на первом месте с большим отрывом от ближайших конкуренток заслуженно оказалась Алена Косторная, набравшая 236,0 балла. Если говорить более подробно о технической составляющей программ, то Алена Косторная в короткой программе прыгнула тройной аксель, но судьи заметили недокрут. Но зато потом, во второй половине программы, она чисто исполнила каскад тройной флип, тройной тулуп. Сама же спортсменка сказала по поводу этого, что не уверена, что с этими тройными акселями она абсолютно подружилась. Так можно будет говорить, если она будет прыгать его так же, как и тройной флип. Ну а в произвольной программе 16-летняя Косторная успешно сделала уже два тройных акселя. И это стало ее первая уверенная победа на взрослом этапе гран-при. Алена прокомментировала свое успешное выступление. Она сказала, что всегда выходит на соревнования достаточно спокойно. Это ее первый сезон на таком высоком уровне, поэтому на ее не особо что-то там давит. Она делает то, что должна, и для дебюта она вполне справилась. Естественно, выигрывать всем нравится, это без вопросов. Алена рада, что смогла получить удовольствие, и еще рада от того, что все смогли получить удовольствие от ее проката. Она как могла старалась завести зал. Все люди приходят на фигурное катание точно так же, как приходят в кино. Они приходят не только для того, чтобы посмотреть прыжки, но и для всего остального. «Спасибо всем большое», — сказала Косторная. Ну а что касается Алины Загитовой, то судьи у нее сняли баллы в короткой программе из-за того, что после финальной позы она опустила руку, и это посчитали как движение. Также были сняты баллы и за каскад тройной лутц, тройной ридбергер. Судьями было замечено неправильное ребро на первом прыжке и недокрут на втором. А потом, в начале произвольной программы, 17-летняя спортсменка допустила ошибку. Во время исполнения тройного лутца она коснулась рукой льда при приземлении. Но несмотря на все эти досадные недочеты, этот прокат Алины Загитовой очень сильно понравился Татьяне Тарасовой.